В оленеводческом селе Тополиное Тампонского района в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья в прошлом году построили и сдали в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома. В этом году по той же программе строится еще 5 домов. Подробности в материале наших корреспондентов. В оленеводческом совхозе Тополиное в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в прошлом году было построено и сдано в эксплуатацию 2 многоквартирных жилых дома. В этом году по той же программе строится еще 5 домов. В селе Тополиное в текущем году будут построены по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 5 домов, которые возводят строители ООО «Атлант», что в прошлом году сдали в эксплуатацию 2 жилых многоквартирных дома по улице Лонгинова. На строительстве работают бригады из города Алёкминск. На сегодняшний день мы строим 2 дома. Один почти закончили, вот второй доканчиваем. Мы сейчас делаем внутриотделочные работы, доканчиваем дома. Подрядчики намерены сдать 5 12-квартирных жилых домов к 1 декабря 2016 года. Строительство идет полным ходом, но из-за проливных дождей на автодороге Яна образовались размывы и разрывы, которые препятствуют доставке строительных материалов в село Тополиное, что может привести к замедлению темпов строительства. Остается надеяться на улучшение прогноза погоды, чтобы гарантировать положительный прогноз завершения строительства. Нина Ханарова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Тампонский район.